Так, ну что, продолжаем по нашему пианонину. Вот, купили, короче, масло Персол. Это впереди сзади одним мост 80-90, а в раздаточку 75-90. Вот. И тут уже вот литрушку плеснул. Еще чуть-чуть плеснул. Такой, блин, надо же ведь это позаписывать видосов. А то я что-то забыл про них. Совсем. Вот. В раздатку, по-моему, 2,5 литра залезает. Может быть, чуть-чуть меньше. Вот. У меня само, по-моему, сюда как раз 2,5 и залазит. Но полный наливать не будем. Это, кстати, вот огнетушитель порошковый. Я в нем просверлил дырку. Вентиль колесный. На него проволоку примотал, засунул сюда, его просунул через эту дырочку и вытянул. Ну и на вот эту вот трубочку, вот здесь вот клапан вот этот вот. Я на него одеваю трубочку. Через вентиль, через этот заправляю. Воздухом, естественно, накачиваю. И вперед. И все хорошо. Вот. Вот такая вот штуковина. Трубочка как бы туда-сюда. Только-только. Теперь главное попасть в резьбу. Так. Вот наша с вами раздатка. Да? Я уже сливную закрутил. Все-все посливал давным-давно. Осталось только позаливать. Вот. Откручиваю заливную. Аккуратненько. Вот здесь магнита нету. На сливной, по-моему, тоже магнита нету. Магниты есть, по-моему, только на мостах. На переднем и заднем. Мне сюда нужен будет корытка, когда оно все потечет. Вот. И это... Маслица, фигаслица. Одели подкачку нашу сюда, да, и туда чуть-чуть даванули. Клапан там держит. И сюда трубочку запихиваем. Желательно так, чтобы она туда вот так вот подальше зажигла. Ну и все, нажимаем. О, пошло. Идет, идет. По манометру мы видим, как давление падает. Но поскольку у нас сейчас с вами объем очень большой, вот жидкости, как бы надо, чтобы баллончик был так литриков, литрика так на 4, на 5, тогда будет нормально. Вот сейчас у нас здесь еще пятерочка. Вот и с пятерочкой давит хорошо. Ну вот таким вот макаром как бы вот заправляем маслица в раздаточку. Не вот это вот с вороночками, с фигоночками, со всякой фигней, короче. А по-человечески, по-нормальному. Заправляешь себе такое, все хорошо. Нет, вы все равно, конечно же, перемажете 100 пудов, но да. Ладно, буду заправлять. Пока не потечет из заливного отверстия. Это и есть уровень. Вытекло, закрываем. Так, мостец. По-моему, не откручивал я. Заливную. Сейчас открутим. Да. Заливная. Ну, сливную, понятное дело, я откручивал. Все слил. Также до перелива. Вот. Заливаем сюда. Так вот берем, так вот сюда ее запихиваем трубочку и заливаем. О, потекло.
Ну, хочу вам показать производительность всего этого дела. Если туда дунуть, допустим, 4 очка приблизительно, да, то литься будет примерно вот так вот. Ну, как бы льется. Клиент не пожидился, взял вот гофру хорошую, Евро-Экс, хорошая гофра, должна быть как оригинальная. Долго и сейчас его должна ходить. 50 на 230, если кому-то интересно. Вот такая гофра. Ну, классная, хорошая. Вот это, я понимаю, гофра, да. Как орига. Даже лучше, наверное. What the fuck? Custom. Так, ну что, самое время избавиться от вот этой вот Чубаки. На Чубака прям. Блин, нет, страшнее. Это для озвучки фильмов ужасов стопудово. Очень не хочется мне вот там вот разбирать, но придется разбирать вот там. Здесь у нас что у нас? Лямбда. Здесь у нас сбоку висит, надо будет датчик. Где-то там вот он. Где-то вот здесь вот он висит, вон он. Вот у него разъемчик. Его отцепить. И здесь даже не знаю, как быть правильно. Блин, по-хорошему бы снять бы, конечно же, балку. Здесь открутить болт и опустить сильно вниз, чтобы можно было обварить его по-человечески. Но, наверное, не получится. Или получится, потому что вот здесь вот соединение, конечно же, оно прям не то чтобы устало. Но совсем устало, да. Хотя, может, и открутится, хер его знает. Я бы вроде как мочил. Вот, ну, поскольку это выхлоп, оно же ведь высыхает очень быстро. Здесь такой назер хороший. Ладно, сейчас пробую открутить вот эти вот раз, два, три. Три же ведь, здесь ничего нету, да. Три гаечки пробую открутить с выпускного коллектора. И если нам повезет, то мы снимем эту фигню. Если не повезет, то значит отпилим вот так. Сделаем здесь вот такой вот разрез. Вот. И хирургически изнутри сначала заварим верхушку, а потом заварим это и да, доварим здесь. What the fuck? Custom. Так, ну что, самое время дринкнуть, послушать, как теперь оно пердит. Я вроде бы там все подключил. Ну, давайте посмотрим, как это будет звучать теперь. Ну, так лучше гораздо. Потише. По-моему, стало лучше. Проверяем голой рукой везде. Вводим, чтобы нигде не сипонило. Нигде не сипонило, все хорошо. Где? Вот и спот сипонит.
тогда будет вот так вот вообще. Ну что, заварил я здесь, дал шовчик. Получилось теперь, ну, еще один шовчик чуть-чуть больше, чем было раньше на этой машине. Надо будет только покрасить, не забыть. Сейчас надо будет пойти завестись. Надеюсь, что здесь нигде уже не сифонит, ё-моё. Задолбала, тут вставка, 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 вставка и вставка, блин, и там вставка. И это капец. Гофра хорошая. А теперь, теперь крепенько сидит, хорошо. Ну я специально его там в легкую. Тут вроде бы этот глушак ничего не касается, никак ничего. Конечно же, хотелось бы его бы развернуть немножко сюда. Но эта труба приварена неправильно. Надо было да, здесь отпилить. Тут надо поменять всю систему выхлопную нафиг просто вот. Чёртова матери, потому что она, это капец. Только количество швов. Давайте посчитаем. Сколько здесь? Раз. Это считай 2, 3, 4. Вон там вон 5. Да? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. О, заводской не будем считать. 17 сварочных швов. Это вообще что-то с чем-то. Я такое впервые в своей жизни вижу. Вот сейчас заведем, послушаем. Если здесь нигде не сифонит, вот, то покрасим сейчас места сварки. И все на этом. Вот. Так. Дубль 2. Где ключи? Ключи на крыше, как обычно. Так. Заводим. Угу. Все хорошо. Вот. По звуку вроде бы там все хорошо. Моторчик тут подчвыркивает. Так. Смотрим, у нас здесь все хорошо. Ни намеков. Ничего такого. Здесь тоже все хорошо. Бензонасос. Ну вот. Другой разговор сразу же. Да, по звуку стало хорошо. А, на типа прямее стало, что ли? Потому что там было что-то наворочено, хер пойми как. Вот. Ну, все хорошо. По выхлопу все классно, все здорово. Я вам хотел показать, какое здесь количество инструментов надо, чтобы поменять гофру, но я уже убрал его. Все нормально. На этом как бы все. Всем пока. Следующий этап у нас будет антикор подкрылков и порогов скрытых полостей по порогам. Передним аркам. Передний арк, по-моему, трогать не будем, кстати, потому что там варить и варить еще. А может быть и будем трогать. Короче, посмотрим. Короче, следующий этап антикор. Всем пока.